Парк Горького в Харькове 25 декабря 2019 года. По погоде не скажешь, что католическое Рождество сегодня. Плюс 10, наверное, плюс 5, но плюса основательные, целый день льет дождь. И только сейчас немножко стих. Елочка. Я так понимаю, это не центральная елка парка Горького, а такой себе аперитивчик. Шар есть, где братья Монгольфье. Да, сегодня открытие елки, зажигать должны огни. Но боюсь, с такой погодой зажженные огни могут и потухнуть.